Здесь посеют ячмень, пшеницу, кукурузу, рапс, сою, подсолнечник, многолетние и однолетние травы. Площади, занятые масличными культурами, увеличили в несколько раз. Прогнозы на урожай оптимистичные. Аграрии не теряют ни минуты. Мы сеем круглые сутки, не только сеем. Весь шлейф работы, который выполняется здесь, даже мы сутками, и ночью, и утром все. Заправка, питание здесь все. Уже прошла подкормка зерновых, и аграрии приступили к посеву ячменя, рапса и подсолнечника. Зерновая группа исключительно отечественного производства. Мы подкормили 8,5 тысяч гектар озимой пшеницы, 500 гектар озимого ячменя и 1000 гектар озимого рапса. Сейчас мы находимся на поле, где сеем ячмень. В этом году ячмень 6,5 тысяч гектар. А вот сельхозтехника в основном импортная. Все необходимые запчасти в наличии, закупили заранее. Чтобы проблем не возникло и в дальнейшем, уже сегодня курские предприятия готовы запустить собственное производство. Что касается удобрений, запас тоже есть. Аграриям анонсировали поддержку как на федеральном, так и региональном уровнях. Сейчас буквально каждый день год кормит, поэтому наша задача сегодня обеспечить все хозяйства Курской области всем необходимым. И на весеннюю посевную кампанию, на летнюю кампанию по внесению удобрений все наши хозяйства обеспечены всем необходимым. В достаточном количестве находятся семена, удобрения, горюче-смазочные материалы, запасные части для машин оборудования. Виды на урожай в этом году хорошие, прогнозируют аграрии. Собрать планируют не меньше прошлогоднего. А многие хозяйства рассчитывают побить свои собственные рекорды. Виктория Шуваева, Сергей Дорохов. События дня.